Добрый день! После 50 лет многие женщины считают, что одеваться модно, стильно и красиво уже не обязательно, да неохота тратить на это время. Женщины начинают примерять на себя скучные и невыразительные образы, или наоборот, пускаются во все тяжкие и устраивают погоню за мини-юбками и молодежным стилем. Научившись правильно воспринимать свой возраст, вы поймете, что в 50 лет жизнь только начинается, и не стоит отказывать себе в удовольствии выглядеть элегантно и стильно. В 50 лет женщина, конечно, знает особенности своей фигуры, поэтому вещи нужно подбирать так, чтобы они подчеркивали сильные стороны, а проблемные места визуально скрывали. И начинается все с грамотного подбора базового гардероба. Залогом успешного выбора базового гардероба и создания элегантного образа будет отказ от экстравагантных экспериментов в пользу привычной классики. Одежда не должна быть скучной и серой. Наоборот, в удобной расклешенной юбке, скрывающей пышные бедра, женщина будет чувствовать себя уверенно. Чтобы придать силуэту легкость и гармоничность, выбирайте юбку средней длины, прикрывающую колено. Юбка прямого кроя и юбка-карандаш в сочетании с блузкой или джемпером подойдут для работы в офисе и деловых встреч. Джинсы из плотного и качественного материала свободной формы скроют недостатки фигуры. Покупайте брюки точно по вашему размеру с высокой посадкой темно-синего или черного цветов. Сочетая их с длинными джемперами и свитерами, рубашками или блузками, вы с легкостью разнообразите свой гардероб. Такой образ позволит вам выглядеть моложе и стройнее. Летом можно носить светлые джинсы в компании с яркими футболками или туниками. Обладательницам пышных форм следует избегать обтягивающий силуэт моделей с низкой посадкой. Проблемные места будут резко бросаться в глаза. Платья станут подходящим решением для деловых переговоров, работы, повседневной жизни и праздников. Лучше, если изделие будет приглушенного и спокойного цвета, без лишних страз, перьев и декора, который утяжеляет фигуру. Платье должно быть стильным, качественным и комфортным, а правильно подобранные аксессуары дополнят образ. Выровнять пропорции фигуры поможет платье длиной немного ниже колена или стильное платье макси, не сковывающее движений. Невысоким женщинам подойдет платье с толстой вертикальной полосой. Визуально вы будете казаться выше. Женские пиджаки, жакеты, можно носить в комплекте с брюками или сочетать с джинсами или юбками, придавая образу деловой стиль. Они бывают разной длины и фасона, выполняются из различных материалов. Этот вид одежды нужно подбирать по типу фигуры и смотреть, чтобы вещь хорошо сидела на вас. Так женщинам с крупными бедрами идеально подойдет укороченный или наоборот длинный жакет, который скроет недостатки фигуры. Стройным дамам можно носить трикотажные или приталенные жакеты, выгодно подчеркивающие талию. Эти модели хорошо сочетаются с блузками, водолазками, футболками. В прохладную погоду в них будет тепло и комфортно.
Выглядеть стильно в холодное время года помогает верхняя одежда. Плащи, пальто, пуховики, шубы, полушубки или куртки. Дамам этого возраста подойдут приталенные модели, придающие образу легкость и элегантность. Откажитесь от слишком узкой одежды, которая будет сковывать ваши движения. Также избегайте бесформенных пальто с большим воротником или капюшоном, так как они утяжеляют образ. Комфорт – вот главный критерий, который стоит учесть при выборе обуви для 50-летних женщин. Отставьте в сторону туфли с острым носком, массивную платформу, громоздкие оксфорды, тяжелые и грубые сапоги. Элегантности образу добавят черные или бежевые туфли-лодочки, легкие кроссовки и простые модели обуви, которые сочетаются с одеждой из вашего гардероба. Помните, небольшой каблук придаст вам стройности. Создайте себе привлекательный образ при помощи правильно подобранных аксессуаров. Сумочек, шарфов, бижутерии, ремешков. Преподносите себя с достоинством, наслаждайтесь своим отражением в зеркале и ловите восторженные взгляды окружающих. Слушайте наши советы и носите то, что вам нравится. До свидания!